ожидаемо, что уйдет Диана, потому что на этой неделе косячила Диана и Света, конечно. И, ну, я предполагала, что у Светы будет очередная черная лента, это рекордсмен нашего сезона по черным лентам. Сколько у нее их? Это пятая, по-моему. И все такие в конце сезона, а что, так можно было? Когда ты об этом говоришь, да, и ты, ну, предполагаешь, что так будет, и ты такой, да, вроде, ну, адекватно понимаешь, что вот, пора и так далее. Когда наступает этот момент, у тебя уходит все плохое, ну, это я по себе говорю. И я сижу и такая, блин, ну, типа, прям грустно. Типа, ты сидишь, у тебя эти флешбеки, да, с начала сезона, ну, потому что мы начали сезон вдвоем. Поэтому я первая пришла в комнату, я помогала ей снимать картины, которые она рисовала. Ну, я, в принципе, ожидала, что выгонят либо Свету, либо Диану. Но это было логично, это объективно, потому что девочки с испытания сбежали. К тому же Диана выпила пиво, да, и к тому же она очень эмоционально ко всему относится по сей день. Сейчас вот на следующей неделе, мне кажется, пора домой будет либо Свет, либо Карине. Но Свет вроде чуть-чуть ожила, наконец-таки. Но ее тянут. Мое мнение.